работы, это правда порядка 400 серий различных и коротких, и длинных фильмов. Вот. Сегодня у нас в 3 часа здесь была такая как бы мини-открытие выставки, приезжала делегация юристов из Москвы, и мы думали, как бы, что бы им еще такого показать, кроме выставки. Мы им просто сделали такую презентацию наших фильмов и рассказали про несколько наших проектов, показав промо-ролики. Они просто в каком-то диком восторге вообще уехали, сказали, мы все посмотрим. Я говорю, потому что приехав сюда ненадолго на Урал, вы не сможете это все, конечно же, посмотреть, узнать и охватить. А интересного очень много, поэтому я вас призываю, пожалуйста, смотрите все в свободном доступе, мы будем очень рады. Я не выпущу никого, пока не подпишитесь в ВКонтакте на группу «Культурная доступность». Честно скажу, потому как работа с ними была всегда интересна, они творческие, и пока своего не сделают, а надо отдать должное, это в отместку ему, вот что называется. Они, вам некоторые товарищи, они большие перфекционисты, пока вот там кадр не ляжет, вот там, если ушло солнце, все, мы уже не снимаем кино, вот, пока вот там не будет, они хихикают, вот, приходится снимать нам. Действительно, очень интересные, любопытные фильмы, как раз вот про малую родину и найти каких-то практически невозможных, только у них есть. Срез очень большой, то есть от наскальной живописи, которую мы снимали, два фильма уже сделали с Алексеем, до советского модернизма, архитектуры, который у нас, вот, ну, как нам кажется, незаслуженно недооценен. Вы почувствовали связь визуальную выставки и фильма, цветовую, да? По краскам, по яркости. Я каждый раз, когда вот снимаю костюмы какие-то национальные, это просто какой-то вообще экстаз, вот так вот просто рассматривать это все через камеру и потом показывать вам. Надеюсь, вам тоже понравилось. Он уже все подрежет. А где фильмы снимались? Что еще раз? Снимались. Красноуфимский район, не скажу, какие деревни, там три деревни. А какой проект фильм конкретно? Да. Потом Колтасы, Башкирия, село Колтасы, Башкирия, и Екатеринбург, там Олега есть, да? Да, потому что Гагарин здесь. Три точки. Расскажите, а наскальная ли живопись? Ой, наскальных мы очень много, мы поездили, у нас был, есть отдельный фильм по реке Эш, по Режу мы сплавлялись по Режу, потом отдельно фильм у нас, там несколько локаций, шесть локаций, которые, ну, удалены, так скажем, от воды, да? Но в этом же районе, да? Да, да, все у нас, да. И у нас очень давняя мечта снять еще, сделать трилогию, сделать третий фильм по реке Тагил, но все вот как-то не складывается. Надеемся, все-таки у нас удастся нам это реализовать. То есть это близко, это не Северный Урал, наскальная живопись. Это здесь. Это здесь, да, здесь, да, да. Здесь под ногами, но не особо видят. Если про наскальный, Алексей может очень долго рассказывать. Ну, у нас время, мне кажется, не позволяет. Да. Спасибо вам еще раз большое, что пришли.